Пришла пора собирать урожай. Тихонечко, вот картошку выкопали. Картошку выкопали без потерь. Вот посадили два ведра выкопали. Хорошо. Это, по-моему, Людмила Морозова говорила такую фразу. Собираем не только картошку. Вот повезу в магазин, девчат угощу, ежевичка. А это Мише, внукам, что-нибудь там будет баба Дуся делать, варенье или что. А эти ж провожают, а Марсюнчик же у нас, он же как же, без него ж ничего ж не бывает. Ну там у себя в бухгалтерии где-то отмечает, наверное, что хозяин повез куда-то, чего-то из дому. Видите, отвернулся демонстративно. Он не любит, когда я из дома что-то выношу. Он любит, когда я в дом что-то приношу. Марсик, что ты, обиделся, что ли? Где ты? Пошел. Марсюнчик, ну что ты? Не хочет со мной разговаривать. Ну, а я, слышишь, что, Марсюнчик? Я же этот, отнесу, а мне взамен колбаски дадут. Пойдет на колбаску, если что? Нет, что-то он не это, не в духе. Этот Марсик ходит, круги пишет. Пошел в сад. Обиделся. Ну ладно, на обиженных воду возят. Пойду. Возьму. Как это все нести? О! Это все в руки. А мне еще ворота открывать. Жоржик, и тебе хватит тоже. Будешь уезжать, мы тебе соберем, Лукошка. Мирка, она как-то к этому, видите, относится, ну, лояльно. А Марсик обиделся, видите, ушел. Он один Жорик меня провожает. Жоржик, ну, повез я. Все, надо делиться. Делиться и вкладывать. Вот я что и делаю. А теперь как же я открою ворота? У меня тут все занято. И руки заняты. А я сейчас положу его вот так вот. И открою ворота. О. Открыл ворота. Ох ты, да мало открыл. Не пройду. Придется задом выходить. О! Марсюнчик, и ты появился. Так ты без обиды, да? Марсюха. Молчит. Я же сказал, я поменяю на колбасу. Да. Ну что, придется вот так вот сделать. Закрыть ворота. Все. Марсюнчик таким тяжелым взглядом проводил меня, что... Аж тяжело и мне стало. Ну, как-то вот так вот получается. Буду снимать. Не люблю монтажа. Монтаж, он тоже хорош. Но это знаете, как получается, когда монтируешь. Не знаю, как вроде бы жизнь прерываешь. Живешь, а потом раз и выключаешь. Вот лучше показать кусочек из жизни, как он есть, без всяких там склеиваний. Раньше я там из 15 кусочков делал фильмы, ну так и многие делают нарезки такие. Ну, а мне хочется показать все как есть. А в чем, собственно, сюжет? Вот везду урожай, буду раздавать. А куда мне столько? Мы себе закрутили, наморозили ежевики. Теперь вот угощу девчат. Пусть едят. А
это Мише отдам. Машину положим. Еду на работу. Вот она, наша аптека. Вон они там, собачки, видите, он гуляет. Не видели? А я видел. Вот теперь как заносить это все? Придется камеру все-таки выключить. Но опять же, я могу ее включить и выключить. Вернее, выключить, а потом включить, когда надо. И получится всего два ролика. Соединил их и все. И маленький такой фильм. О чем фильм? О том, как Александр Док собирает урожай. И раздает его. Дары. Спасибо, Александр Леонидович. Красота. Аня. Спасибо. Дары. Лена. Спасибо, Александр Леонидович. Ага. Света. Держи. Подкармливайте нас. Подкармливай, да. Спасибо. Специально для канала. Ой, Александр спасибо. Док и юмор. Очень приятно. А то скажет Александр Док жадный. Да, ну неправда. Вы нам всегда приносите всякие вкусняшки. Как там персики мои себя чувствуют? Персики зеленоватые. Ну, для пробы есть немножко. Нет, которые вы мне ящик обещали. А, эти еще нету этих. А-а-а. Эти будут. Свет, а эти знаешь что? Слушай, они немножко кисловатые, потому что солнца нету. Вот уже сколько? Две недели, да? Они смотри, что начинают гнить, если что. Вот мы стараемся их оставить, чтобы они не этот... Вызрели, да. Сахаром делаем. Чтобы они созрели. Угу. Они тогда начинают бродить, понимаешь? В общем, как-то... Ну, ешьте, какие хорошо, есть, и спасибо. Все. А персики... Вот, спасибо, Лена. Напомнила. А что, девчата тут как раз и позавтракают. А персики надо будет сорвать, точно.